Итак, как обычно, собака лежит на выдержке. Брусков сегодня 6. 6 с нейтральным запахом и 7 с моим. Вот, у него на виду я буду ложить брусок. И, ну, то есть пронюхивать бруски он уже обучен. Сколько мы тут 2 дня или 3 занимались только этим, фактически. Вот, сейчас буду подкладывать брусок со своим запахом в разные места. Уже ложу примерно на корректное расстояние. Иду давать ему занюхивать. Конечно, работать будет еще он на поводке. Ложу предпоследним, как видно. Отлично. Супер. Дай. Да, молодец. 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 Отлично. Отлично. Дай. Молодец. Лежать. Сейчас положу в конец. Хорошо, молодец. Дай. Отлично. Отличный пёс. Отличный пёс. Гуляй. Как было видно, он хотел предпоследний снова взять, была коррекция поводком. Ну, в принципе, это неплохо.